Накануне 30-летнего юбилея службы МЧС России по всей стране, в том числе на Ставрополье, проходят торжественные мероприятия. Вспоминают и героев, которые отдали свои жизни во время службы. Среди них уроженец Невинномысска Эдуард Скрипник. Сослуживцы хранят память о нем, рассказывают, что Эдуард был отличным альпинистом. Как я его помню, он всегда был добрый, жизнерадостный человек такой. Болел всегда горами. Как бы я его помню еще давно, мы в институте учились, но... Ходили в секцию альпиниста, но он здесь не на Мыске, я в Старополе. И мы там с ним познакомились, но это еще было давно. Ну и потом здесь опять пересеклись на службе. Но я чуть раньше пришел, он позже. Всегда был в горах, постоянно были у него какие-то планы. Туда-сюда сходить, узнавал районы, как бы лучше его в этом деле. Ну, у нас как бы не было человека. Эдуард Владимирович был начальником Ставропольского поисково-спасательного подразделения, мастер спорта, инструктор-методист по альпинизму, за всю свою жизнь спас десятки людей, застрявших в горах. 2 года назад Скрипник выполнял поисково-спасательную операцию на склоне горы Галдор в Северной Осетии. Несколько альпинистов потерялись во время спуска, их тела удалось обнаружить только спустя несколько дней. Доставить погибших на землю было непросто. Эдуард Скрипник взял на себя самый опасный участок. Тела удалось эвакуировать с помощью вертолета, но внезапно обрушившийся камнепад не позволил спасателю вернуться домой. Там его ждали жена и сын. Старался всегда сделать этот мир лучше, добрее. Помогал в воспитании молодежи, работал инструктором. Старался привить любовь к горам, детям, чтобы они находились в свое призвание в жизни. У него очень многое получалось. Все, за что он брался, не было таких дел, которые он не доводил до конца. За свои заслуги Эдуард Владимирович был награжден орденом мужества посмертно. Также имя героя теперь носит 11-я школа Невинномысска, в которой Скрипник когда-то учился. Теперь эта школа будет с гордостью носить имя Эдуарда Владимировича Скрипника, кавалера Ордена Мужества. Но и это еще не все. Также здесь планируется открытие отдельного кружка по гражданской обороне, где сами спасатели будут приходить и обучать молодое поколение. Алексей Кравченко, Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение. Фотовыставка – одно из мероприятий в честь столетнего юбилея республики. Организатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарии – для участия в конкурсе пригласила всех желающих от 16 лет. В этом фотоконкурсе приняли участие лучшие наши мастера, лучшие наши фотографы. И на фотоконкурс было представлено более 200 работ. И каждая из этих фотографий – это взгляд художника на любимый край, на любимую свою родину. И я бы хотела, конечно же, поблагодарить всех участников этого конкурса, всех тех, кто откликнулся на наше приглашение, рассказать о своей любви к своей земле, к своей родине. Конкурс проводился в 4 номинациях: «Природа родного края», «Культура и традиции моей республики», «Ностальгия» и «Мои земляки». В каждой 3 победителя. Они получили дипломы, денежные подарки и альбом со всеми снимками, которые дошли до финала. Праздничную атмосферу поддержали дети, которые прочитали стихи о родном крае, и местные исполнители. Неважно время, когда фото было сделано, на какую камеру, главное – передать с ее помощью эмоции, красоту места или человека. И поэтому во многие фотоработы здесь хочется всматриваться, каждая рассказывает историю. Как фотография «Ностальгия» от Ивана Лукьяненко. Приятно было, что жюри отметили мою работу. Могу отметить то, что жюри подходили к этому делу абсолютно непредвзято. То есть у них были фотографии без фамилий. Ностальжи, фотографию я сделал очень давно. Это старый сектор домов по улице Пятигорской. Этот дом уже снесли, так что это уже действительно история. Экспозиции в зале Национального музея, фотовыставка конкурса «С чего начинается Родина» не ограничивается. То есть на улице перед 3 учреждениями культуры нашего города – это Национальный музей Кабардино-Балкарской республики, музыкальный театр и государственный концертный зал. Перед этими учреждениями на улице выставлены щиты, и там размещены фотографии победителей. Посмотреть на работы можно будет и в период новогодних праздников. Дарья Варитлова, Олег Ким. Новости дня.
сейчас рисует какую-то картину непонятную. А скажи, как вы им управляете? Мы им не управляем. Мы создаем программу, по которой он управляется сам. Шестеренки прикрепить к колесам, соединить все детали с механизмом и создать специальную программу. И вот робот-рисовалка, как называют его дети, готов. Ярослав и Артем осваивают робототехнику только полгода. А сконструировать такого подопечного для них уже не составляет труда. Ставим скорость. Потом ставим, в какую сторону ему вращаться. И нажимаем кнопку «Пуск». И он рисует. Робота можно научить не только рисовать, но и танцевать или даже проходить препятствия. Такая практика роботостроения развивает у детей навыки, которые в будущем понадобятся в освоении самых разных профессий. Каллиграфия у роботов еще не на максимальном уровне, и это неудивительно. Например, этого робота зовут Егор Рисовалка, и ему всего пару часов. Но совсем скоро воспитанники центра обучат своего подопечного новым навыкам. А чтобы такое творение не простаивало, в канун Нового года воспитанники Центра инновационного творчества придумали роботу отличное применение – написать письмо Деду Морозу механическими руками. Сама идея возникновения такого проекта пришла от ребят. Они сами предложили в какой-то момент, ну, вы знаете, у детей часто такое бывает, пусть я не буду это делать, а за меня это сделает кто-нибудь другой. В какой-то момент решили, что пусть за нас это сделают роботы. И вот проект как-то немножко разросся, и буквально в течение одного занятия им удалось уже создать какие-то свои механизмы, которые, ну пусть не письмо, не буквы, но какие-то простейшие рисунки для Деда Мороза сделали. И пусть пока это только небольшие шаги, но уже в следующем году маленькие гении напишут руками собственных роботов, если не эссе, то полноценное новогоднее письмо. Виктория Шкальная, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение.